Самым богатым депутатом законодательного собрания Забайкальского края стал единорос, гендиректор Хоронорского угольного разреза Георгий Циношкин. В отчете, опубликованном на сайте ЗАГСОБРа, он указал, что заработал за 2021 год 15,5 миллионов рублей. Циношкин также владеет долями в двух квартирах площадью 95 и 102 квадратных метра, автомобилем «Тойот Ленд Крузер 200», на жену депутата записаны две квартиры и доли в еще трех квартирах. Следующим богачом стал Иван Найгель. Он заработал вдвое меньше – 7,5 миллионов. Депутат владеет 5 земельными участками общей площадью больше 4000 квадратных метров, двумя квартирами в 215 и 126 квадратов, нежилым помещением 103 квадрата и долями в двух подземных автостоянках. Также Найгелю принадлежит три автомобиля и квадроцикл. Замыкает тройку лидеров по заработку Евгений Шоколов. В этом году ему удалось заработать 6 с лишним миллионов рублей. Владеет он земельным участком 836 квадратов, жилым домом площадью 226 квадратных метров, гаражом и двумя квартирами. Кроме того, Шоколову принадлежат три автомобиля.